Снаружи зеркальце, и зеркальце внутри. Кругом все прорезь, позолота. Подушечка из бисера узор. И перламутровый прибор, игольничек и ноженки так милы. Жемчужинки, растертые в белилы. Помада есть для губ и для других причин. С духами скляночка, резеда и жасмин. Вы знаете, что я... Эх, Борис Григорьевич, бросить надо. А легко сказать бросить. Тебе это может быть все равно, ты одну бросишь, другую найдешь, а я не могу этого. Уж я коли полюбил. Ведь это значит, вы ее совсем загубить хотите, Борис Григорьевич. Сохрани Бог, сохрани меня Бог, не что ты кудряш, захочу ли я погубить ее. Мне бы только видеть ее где-нибудь, мне больше ничего не нужно. Да как за себя поручиться? А ведь здесь какой народ, сами знаете. Съедят, в гроб в колодец. Не говори ты этого, кудряш, пожалуйста, не пугай. Она-то вас любит? Не знаю. Да вы видались когда или нет? Кстати, Рашфор, что вы сделали, чтобы я познакомился с автором? Ну что вы сделали, Рашфор? Вам знаком автор, ваше преосвященство. Вот как? А почему же он до сих пор не в Бастилии? Это невозможно, ваше преосвященство. Запомните, Рашфор, для меня нет ничего невозможного. Кто же он, этот замечательный остроумный автор? Неуловимый настолько, что его нельзя посадить в Бастилию. С вашего позволения, у этих песен нет автора. Да. Это так называемые уличные песни. Их сочиняет толпа. Народ, так сказать. Запомните, Рашфор. Нет такого народа, которого бы я не мог посадить в Бастилию. А почему вы не арестовали хотя бы певца? Если большее вам не по силам. Вмешательство какого-то сумасшедшего гасконца помогло им бежать. Вот рекомендательное письмо Петровилю, изъятое у него. С тех пор, как вы стали биографом Шерлока, мне нет отбоя от вопроса. Родственник я или однофамилец знаменитого Холмса. Кстати, Шерлок, я ждал тебя на прошлой неделе, чтобы обсудить тот случай в Мэннер-хаусе. Мне казалось, что у тебя будут затруднения с ним. Выйдите все из комнаты, оставьте меня наедине со следователем. Я хочу поговорить с ним один на один. Понятно? Успокойтесь, Дубов. Нам с вами нечего скрывать от понятых, а тем более от наших сотрудников. Поэтому они останутся здесь. Я хотел предложить вам... Вы хотите сделать признание? Да, не это главное. Я хотел... В общем, если вы гарантируете мне жизнь, то я произведу самое большое разоблачение американской разведки, с которой я действительно давно и тесно связан.
Извините, вы свободны, Александр Александрович. Можете идти, мы вас не задерживаем. Но если возникнут какие-то проблемы, если вам позвонят и предложат посмотреть телепередачу, вот телефон, звоните. Поверьте, это в ваших интересах. Чушь какая-то. Все равно я буду жаловаться. Это ваше право. Федор, проводи товарища. Черт знает что. Те люди, которых 3 месяца назад король и королева мать должны были вздернуть на виселицах, теперь обласканы. Допущены ко двору, им пожимают руки. Герцог Неверский, вы, вероятно, догадываетесь, что, пожимая руку еретику и называя его братом, следует помнить, что в один прекрасный день или прекрасную ночь эта комедия может разрешиться весьма неожиданной развязкой. Свободного времени много. Я не понимаю, простите, а о чем вы? Вот, посмотрите, что ваш Рыданов делает. Муж на час. Скажите нам, что государство зарплату платит за то, чтобы сотрудники полиции ремонтом занимались? Я разберусь, товарищ генерал. Разберитесь с этим опером на час и доложите мне безобразие. Слушаюсь. Да ты посмотри! Что? Вон сколько написано. Продается, продается. Да наша трешка в Москве уйдет с песней, а еще останется на Париж. Коля, это ты серьезно? Голчонок, у меня в жизни есть только одна вещь, которую я люблю и не хочу отпускать. Это ты. Как это романтично. Только, пожалуйста, не называй меня больше вещью. Вот, вот, вот. Вот ты посмотри, вот видишь? Вижу, вижу.